вам предлагаем поиграть. Поехали. Влад сейчас объяснит. У нас есть первая игра, называется «Невероятное игрище». Ага. Смотрите. Значит, мы создаем новости. Очень все просто. Новость «Сплетни» с Анной Марией называется у нас. Я вам даю карточку. По карточкам. Вы читаете, и, собственно, вас будут показывать, вы читаете новость. На какую камеру работать? Но с условием, что с поправками на карточке. То есть вы вживаетесь в то, что... Новость нам нужно придумать самим? Сейчас все поймете. Или? Итак, новости с Анной Марией. Поехали. Итак, новый громкий скандал. Вчера вечером известный дуэт Анна Мария ограбили квартиру Олега Винника. Девушки обманывали, что зашли просто к нему в гости, но на самом деле они забрали весь гонорар за последние 10 концертов. Очевидно, братья Борисенко уже побывали в квартире сутки ранее. Они вынесли восковую фигуру Олега Винника, и была в квартире женщина, которая начала открывать рот, но девочки быстро заткнули его. На черном рынке уже продана восковая фигура Олега Винника. Вы же знаете, у него же денег куры не клюют. Поэтому девочки и выбрали именно эту квартиру. Натоптала у бабушки... А потом скрывалась. Натоптала у бабушки Олега Винника пирожки. Олег Винник умер от голода. И потом скрывались долго от следствия. Дальше вышли новости, что после этого девочки поехали петь в Кремль. Но это не так. На самом деле... Они узнали, что Олег Винник чавкает, когда молчит, но только в темноте. Вот правильно. На самом деле он употребляет наркотики. Вот причина его успешных концертов. Именно эти пирожки бабушки Олега Винника оказались не просто пирожками, а мы за ним проследим. Итак, дальше в программе. Новости с Анной Марией. Новости с Анной Марией. Пробудись у будні о 7 на РЛО ТВ.